Жертвы семейно-бытового насилия не обращаются в полицию, потому как уверены, агрессор уйдет от ответственности, объясняет психолог Балия Кинджибулатова. Зачастую женщины держат в себе последствия семейных конфликтов, хотя по всей стране действует больше 40 кризисных центров, где можно получить юридическую и психологическую помощь. Работает и телефонная линия 111, где консультируют по семейным вопросам. Женщины не хотят обращаться, потому что они видят, что это все равно остается безнаказанно. Так или иначе, они все равно возвращаются туда же, в то же общество, в ту же семью, к тому же самому тирану, где снова и снова повторяется с еще большей силой это насилие. Каждый человек, который так или иначе хочет совершить насилие, он должен четко понимать ответственность за свой шаг. И эта ответственность, да, и это наказание, оно должно быть максимально суровым. К сожалению, только так можно избавиться от этого.